В Иванове пройдет традиционная выставка «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». Об этом в пятницу журналистам рассказали на пресс-конференции в правительстве региона. По словам организаторов, в этом году мероприятие пройдет в новом формате. Основное ее направление – это посвящение этой выставки приоритетному проекту «Городская среда», благоустройство комфортной городской среды. И с учетом этого мы выставку в этом году позиционируем тезисом «Сделай шаг в город будущего». В рамках выставки будут представлены реализуемые и плановые проекты по благоустройству общественных территорий в Иванове. Пройдут круглые столы и дискуссии на темы энергосбережения, саморегулирования и развития жилищного строительства. Самая ожидаемая дискуссия предстоит с федеральным конструкторским бюро «Стрелка», специалисты которого в рамках договора с Минстроем разработали конкретные предложения для нашего города. Мало нарисовать красивую картинку, нужно еще уметь грамотно ее реализовать. Поэтому мы как раз на этом круглом столе хотим совместить дискуссии, обмен мнениями и возможность выстраивания каких-то взаимоотношений между энтузиастами, профессионалами и простыми гражданами. Если в прошлом году мероприятие было рассчитано в основном на профессионалов, то теперь и обычные посетители смогут внести свои предложения, выступить с инициативой. Чтобы привлечь как можно больше людей, выставку делают максимально наглядной. Предполагается, что кроме традиционной строительной техники представят макеты скверов, дворов и даже детский городок. Мы пытаемся, как Максим Евгеньевич сказал, создать ауру, создать атмосферу города будущего. Посетитель сразу попадает в озелененный кусочек города, встречает его аллея из натуральных насаждений из туи, из кленов, из деревьев. Также на выставке можно будет увидеть разработки муниципалитетов. Они проходят на конкурсной основе. Всего на суд профессионалов представлено 34 проекта. Лучшие из них могут получить шанс на воплощение. Помимо этого, всех желающих бесплатно проконсультируют по вопросам господдержки и жилищно-коммунальным проблемам. И поскольку одна из больных мозолей в Иванове – долевое строительство, его обсуждают отдельно в планах создания общественного контроля за темпами работ. Мы готовы эти проблемы обсудить здесь. Уверены, что это будет достаточно интересно. Мне это предложение очень понравилось. Оно обсуждалось в последний раз в Общественной палате Российской Федерации. Получило определенную поддержку этого. И я думаю, что это будет интересно для наших граждан. И мы постараемся это направление подробно обсудить с нашими застройщиками. Выставка пройдет 29 июня в спортивном комплексе «Олимпия». С 9 утра начнутся первые презентации. Торжественное закрытие назначено на 6 вечера. Увидеть, каким красивым может стать наш город, смогут все желающие. Вход свободный. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.